20 ребят из пришкольного лагеря пришли в бассейн на урок плавания. Провели его воспитатели пришкольного лагеря совместно со специалистами спортивного комплекса. Акция «Научись плавать» вошла в программу познавательных мероприятий первой смены, которая проходит под девизом «Страна здоровья». Данная акция, она всероссийская, и в этой акции участвуют наши ребята. Естественно, с какой целью участвуют 20? С той, чтобы преодолеть водобоязнь ребенка, чтобы научить ребенка плавать, чтобы ребенок знал правила безопасного поведения на воде и в дальнейшем мог ими воспользоваться. Сначала педагоги вместе с инструктором плавательного бассейна провели для ребят инструктаж и рассказали об основных правилах поведения на воде. Как оказалось, большинство из ребят уже владеют навыками плавания. Практически с самого начала проведения инструктажа оказалось, что почти все дети, за некоторым исключением там 1-2 человек, все умеют плавать, более-менее держаться на воде. Во время урока дети учились задерживать дыхание и погружаться в воду, правильно работать ногами и пробовали самостоятельно проплывать небольшую дистанцию. Все полученные знания ребятам пригодятся и в будущем. В море будешь купаться, чтобы там не утонуть случайно. Так учат купаться, и это очень весело. Я научилась держаться звездочкой на воде и плавать. Основной задачей таких занятий является обучение безопасному поведению на воде. Многие ребята выезжают отдыхать на море как в летние оздоровительные лагеря, так и с родителями. Несмотря на то, что ребенок может уметь плавать, взрослым нужно оставаться бдительным и всегда держать ребенка в поле зрения, чтобы не случилось трагедии. В программе мероприятий для ребят пришкольного лагеря запланировано много занятий по обучению навыкам безопасного поведения. Так, с воспитанниками лагеря уже провели такие уроки инспектор по безопасности дорожного движения. Пожарные организовали тренировочную эвакуацию во время условного возгорания. По словам воспитателей, подобные занятия будут проводить с детьми и во второй смене летнего пришкольного лагеря. Анна Захарченко, Денис Гим, Денис Вельков. Новости Губкинского.